Уходящий год радикально сблизил человека и робота. Мы все больше стали говорить об искусственном интеллекте. Робот-промо-бот от компании «Резидента Сколково» в этом году впервые стал штатным сотрудником Пермского многофункционального центра госуслуг МФЦ. Он консультирует клиентов, помогает им с навигацией и заполнением документов. Эти российские роботы работают уже в 30 стран мира. В общем, мир меняется. Новый 2020 год наверняка приблизит и новые времена. Надо стараться.